Саперы госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали часть побережья Черного моря в Николаевской области. Водолазы и взрывотехники обследовали акваторию Кенбургской косы и острова Березань. Нашли 204 неразорвавшихся артснаряда времен Первой и Второй мировых войн. Спасатели говорят, море каждый год выносит из глубин к побережью сотни боеприпасов. И до начала туристического сезона их нужно ликвидировать. В этот раз операция длилась 5 дней. Все найденные снаряды вывезли и уничтожили на полигоне в Очаковском районе. Було піднято близько 200 одиниць вибухонебезпечних предметів, тобто артилерійські снаряди, підривники та інші вибухонебезпечні предмети. Також було обстежено близько 1 гектару акваторії.